Добрый день, я Яковлев Борис Евгеньевич, кардиолог Скандинавского центра здоровья. В настоящее время, к сожалению, происходит омоложение многих сердечно-сосудистых заболеваний, например, коронарная болезнь сердца. Это заболевание, обусловленное нарушением липидного обмена и формированием атеросклеротических бляшек в артериях, питающих мышечный массив сердца. Ее осложнением является инфаркт миокарда, при котором происходит ограничение кровотока в коронарных артериях. И даже высокая степень физической активности человека не может служить гарантией здоровья его коронарных артерий. Здесь хотелось привести пример пациента 45 лет, победителя соревнования Ironman, который обратился в клинику с легким дискомфортом в груди. При обследовании было выявлено крайне тяжелое поражение передней межжелудочковой артерии, той артерии, которая кровоснабжает максимальный массив мышечной ткани сердца. Пациенту была выполнена коронарография и стентирование с восстановлением хорошего кровотока, назначена соответствующая терапия. Через несколько дней пациент был выписан и вернулся к полноценной жизни. Этот пример иллюстрирует высокую способность организма адаптироваться к заболеванию. Поэтому даже здоровому человеку рекомендуется проходить обследование сердца. Всем известно, что заболевание легче предупредить, чем лечить.